ракетными войсками артиллерии поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. В том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М. Ракетными войсками артиллерии поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!